Элька, с наступающим тебя! Каким таким наступающим? Это что, кто-то кому-то на лапу, что ли, наступил, да? Да нет же! С наступающим Новым годом! А что такое Новый год? Ой, я же и забыла. У вас же тут ничего не меняется. У тебя всегда зима, у Умбы лето, у Бобы осень, у Квики весна. А что, разве бывает по-другому? Вообще-то да, но это не важно. Главное, раз в году должен быть обязательно Новый год. Это такой замечательный праздник! Как же нам-то быть? Где мы-то его возьмем? Нет, ничего проще. Раз его нет, его надо устроить. А раз он происходит зимой, ты этим и займешься. Ночи на холме Эльки. Всем прийти в карнавальных костюмах и с хорошим настроением. А что это за праздник? Ах, я читала о нем в одной книжке. Это так чудесно, так чудесно. Ну, тогда пойдемте готовиться, что ли? Это подводная лодка. Я так долго ее изобретаю, что кажется, скоро сам стану ей. Да уж, скорее бы! А я в костюме морской звезды. Новый год случается раз в году. В сказку превращается все вокруг. Огоньки бенгальские до утра. Будет жечь без устали. Танцами лимонад, фейерверки яркие, шоколад. Я Дед Мороз, я подарки вам принес. Дед Мороз с подарками к нам придет.